В колледже дизайна открылась выставка Ларины Шипшевой. Живописью девочка занимается совсем недавно, но о ее потенциале уже говорят мастера. О юном таланте Жанна Гуляева. Желание Ларины заняться живописью для родителей стало полной неожиданностью. Девочке сложно даже кисть держать в руках, сказывается врожденный ДЦП. Но отказать дочери не смогли. Летом прошлого года со школьницей начал заниматься художник Вячеслав Ким. Пару месяцев назад уроки продолжила выпускница колледжа дизайна Мария Амтураева. Я почувствовала, что вот это вот ее внутреннее желание рисовать, оно оправдано, оно... Я вижу, она доказывает мне, что действительно этого хочет. И буквально через пару недель у нас сразу появилась задача. Мы работаем на выставку. Сделаем с ней такой девичник, такой просто как две подруги, которые решили вместе создать друг для друга праздник. Со стилем Ларина определилась почти сразу, выбрала абстракцию. Она исключительно тонко чувствует цвет, отметили на открытии выставки профессиональные художники. Сама Ларина вспоминает, как тяжело давалась первая работа. Картину дочь подарила маме. Это было тяжело, я не умела вообще рисовать. Меня научили. Они какие-то веселые, выразить себя хочу. Какое у меня настроение. Здесь все работы любимые, улыбается Ларина, но расставаться с ними девочке не жалко. Говорит, главное, чтобы попали в хорошие руки. Но и на этом юная художница не останавливается. Средства от продажи картин Ларина решила направить в благотворительный фонд помощи детским домам, чтобы поделиться радостью с теми, кто нуждается в ней больше, чем она. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Аслан Мамхегов, Вести, Кабардино-Балкария.